Билборды, которые появились на одесских улицах в преддверии Дня флота Украины, предназначены не только, чтобы поприветствовать военно-морские силы, но и позабавить одесситов. На фоне корабля поздравительная надпись, а ниже слова из футбольной песни про президента России. Нет, не обратил внимания. Слова я не слышу. Не знаю, какие слова. А вот плакат, кстати. Ла-ла-ла-ла. Я думал, что это такое плохое. Думал, какие-то ругательные слова. В принципе, нецензурного ничего там нету. Просто ла-ла-ла. Нормально. Ничего особого такого я не вижу. Главное, чтобы там без лишних слов. Там без лишних. Нормально, нормально. А, сейчас вижу. Я по телевизору вот это видела, да. И как вам плакат? Мне нравится про Путина. Ла-ла-ла. Все правильно. Первую фразу кричалки «Ультрас» зашифровали при помощи флагов международного свода сигналов. Инициатива создания оригинальных поздравительных бордов принадлежит депутату Одесского областного совета Алексею Гончаренко. А у нас очень много отзывов от моряков, которым очень понравилось такое поздравление. Они разделяют наше отношение к персонажу, упомянутому в поздравлении. И, в общем-то, мне кажется, что поздравление удалось. Моряки поняли послание одессита, а те, кто не понял, вполне могут прибегнуть к помощи интернета. Ольга Китик, Виталий Прус, Тумское ТВ.